Сорока двухлетняя Анфиса Чехова рассказала, что в разгар пандемии ей пришлось перенести хирургическое вмешательство. Телеведущая пошла на плановую операцию. У инстадивы давно были проблемы с венами на ногах. Артистка не переживала по поводу самой операции, но волновалась из-за наркоза. «Страшно. Что будет-то?» – признавалась Анфиса. Операция прошла успешно в столичной клинике. «Наркоз я как-то пережила. Обычно я дерусь с врачами, которые мне пытаются ввести наркоз, но тут этого не случилось», – пояснила секс-бомба. Уже к вечеру Чехова смогла заняться своими делами и начала решать бизнес-вопросы. Она осталась благодарна медикам, которые слаженно сработали. Анфиса привыкла быть предельно откровенной с поклонниками. Недавно она обрушилась с критикой на Викторию Бонни из-за хайпа на коронавирусе. Недавно Анфиса Чехова в боди показала выгодные позы для модели XL. Звезда выбрала необычное макси-платье для выхода в свет.